я выбираю прием.
I
А, пожалуйста, спрашивают, можно посидеть? Так, 2, 3.
3-3. 3-3. Thank you.
4 круга.
Где Борде? Ровно. Борде, Господи. Thank you.
65, да? Да, вот, вот, нарисован. Это Саша Трохов вас пишет. Да, просто не одел. Ну, так рисует. Да, потому что в панели... Да забывает, забывает.
разбил скачу, насколько я мать голос сыграл. Шесть штук. Подает он. Вы бы начинали первые. При тай-брейке.
перешел в атаку. Thank you.
3-2. Yes,
4-3 сейчас. 4-3. Вот. Где записано? Подожди. У вас 3, а здесь 7. Отлично. Нет, это от Рохов. От Рохов.
характер. Вроде попал. Да-да-да, ровно, ровно. Длинный розыгрыш.
она играет. Ну, она играет. И на 500, на 1000 рублей дали. На все? Нет, пока только на 900. На 500. А, да. На 500, на 500. На 500. На все 500. Сколько пор здесь участвует? Кошмар, мне сказали, я его завел. 1200. Да, да, да. И у меня даже еще вещи сказать. Ух ты, молодец. Нет, вы. А мы тоже. Да. Вулка, вулка. Чё ты здесь? А вам когда вы сейчас опять исполнил? Март. Марта? Март. Какого? А, нет, стоп, стоп, иди, да, вот этого. 18-го. И мне 18. А у вас месяц какой? Март. 18. У меня 21. Вот мартовские коты. А почему обманул, сказал, что 18? Нет, пардон, вы, пардон. Вы сказали, когда исполнилось мне 65. Я сказал в 18 году. Правильно, да? Потом у вас был уточняющий вопрос. Месяц. А. Ну, 18 мне. А день 21, да? 21 марта, да. Это уже Овен, да? Да, а вы? Я этот рыба. Ну, чувствуете. Чувствуете. Чувствуете, да? Плаваю. Да, да. Он наезжает. Вот она получена. Где лучи? Так, Михаил, лучше сейчас считаешь, сколько долетов. А что, ты сейчас подавал? Ну, во-первых, 6-4, перехода нету, я вам делаю замечание. Так, ты смотришь, а не замечание делаешь. Ну, я вам рекомендую остаться на месте. Эмоции. Я вам рекомендую остаться. Потому что счет 6-4.
Не, вот большой, большой, вот такой.
ближе, 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 ближе попал. Попал, попал, попал. Блин, вчера вечером только мне позвонили, я две игры сыграл вчера. Где? Там, в Гурске. А, у тебя просто? Да. Я знал бы,
связи, не звонят, не звонят, надо в основном играть. Мой главный код запас. Куда делся? Ну, устал вчера. А, ну вчера я тебе переиграл, конечно. Две игры, блядь. А там тоже соревнования? Ну да, там. Парень еще я тренирую. А здесь соревнования. Я говорю всем в этом мире, это великая Луга. Слушай, Санкт-Петербург, она. А в 13 году у меня здесь выиграл. В 13 году я тоже. Здесь какой год? Ну, я на год поставил. Ну, в смысле, на 14. Я 65 или? 65. А ваш фамилия? Чинский. А потом я два раза подряд перешел, выйти и не смотрю. Один раз третий месяц. А потом меня этот самый, как его, Лучина обыграл. Два раза. Один в финале, другой в этом. В четвертьфинале. Ноль-ноль. Третий сет идет. Спасибо.
отвлекся. Увидел пустое место. Сейчас равно. Равно, вы оттуда подавали. Я принимал все. Равно, подтверждаю.
всего 15. О, 15 еще. О, 15. Первый раз вы туда подал, и сейчас вторую оттуда разыграли. Все, по 15. Вы уже устали, я понимаю. Выиграйте пока. Нет. 40-30. 40-30. Саша! Саша! Мячик дайте, пожалуйста! Мяч! Спасибо!
чтобы дальше видеть и лучше слышать. А в темноте плохо видите, да? Ну, может, в темноте, ну. Ну, классно. Да. Зимой играю в очках. Летом при солнце без очков. Спасибо. Леша, извини, при счете 4-0 я помню, что я был чемпионом Санкт-Петербурга. Правильно, а я еще нет. Спасибо. И знаешь, кого это? Раньше подумал, что выиграл, а теперь мой. А я думаю, ничего не делал. Я это уже прошел. Я это все прошел, скажу. О, нормально. Да, смена, нормально. Главное, борьба была такая. Ужас, ужас, борьба. Доставили была удовольствие? Ну, посмотрел, молодцы, вот так все петь надо. Так это, знаете, что ребята играют, у меня плечо не дает. Видели удары, вот такие я прожимаю. Ну да, ударов нет. Нет, а у меня коленный сустав. И... А ноги все равно важны. Я думал, ноги меня вырастут. Я всегда трубы не вижу, ноги, врекайте на меня. Я за это был триатлонистом, чемпионом Союза в 90-м году. А там знаете, что Вчера гостеприимство было, вот сейчас у нас 20-30.